И посмотрите, кто к нам пришел. Я слышу, кто-то мяукает. Моя красотуля пришла. Сейчас я ее покормлю. Малышечка. Вот, кушает. Масик. Ну, она такая, да, она кругленькая. Может, она беременная, я не могу понять. Я вообще не знаю, котик это или кошечка. Ну, такая кабасечка. Хорошенькая, хорошенькая. Лапуля. Посмотрите на эту красоту. Она сейчас съела, ну, знаете ли, приличный кусочек колбаски. Очень приличный. Малышечка. Она уже вообще не голодная. Моя ты красотуля. Смотрите на этого кабанчика. Ну, мне кажется, что она, наверное, котят ждет. Я не знаю. Ну и кушает она такая малышечка. Обжорка. Такое хорошенькое. Не, она уже сыта. Там уже такой кусочек колбаски был. Ого-го. Я бы такое не съела. Девчонки, это кошмар какой-то. Вы представляете, она лезет по дереву ко мне. Ну, дерево до меня, конечно, не достает. Она хочет общения, она хочет ко мне. Это ужасно. Вы видите, что творится? Но я же не могу ее взять к себе. Вы посмотрите, что вытворяет моя лапа. Это что-то. Ну вот она ничья, значит. Посмотрите, какая лапулечка. Залезла оттуда. Я так и знала, что она залезет на дерево. Она сидела, мяукала, смотрела на меня. Я ее уже накормила так, она есть вообще не хочет сейчас, это 100%. Ей нужно общение. Это кошмар какой-то. Какая хорошенькая. Не могу я ее взять, не могу. У меня Сережа против, а у Сережи сахар. Посмотрите, я ее обожаю. Не, не волнуйтесь, она слезет с дерева. Если не слезет, я ей помогу. Вот, но она слезет, она хорошо слазит с дерева. Да она залезла повыше, поближе ко мне. Ничего себе. Ну, блин, поэтому видите, как она хорошо идет вниз. Она очень умная кошечка. Вот она, вот она. Красота моя. Ну надо же. Я, девчонки, в шоке. Честно говоря, я уже теперь это предполагала. Что с этим делать? Буду ее кормить по-прежнему. А, ну, не могу ее взять. Может быть, кто-то хочет из наших николаевских пристроить эту кошечку. Она такая хорошенькая, вы видите, и умная, до невозможности умная малышечка. Девочки, если действительно кто-то может пристроить эту кошечку, напишите. Она мышей будет ловить, это 100%. Если она вот тут вот, у меня вот тут, я видела, поймала большого голубя, она не крупная кошечка, вот. Поймала большого голубя. То есть мышей будет ловить. Очень, очень ее жалко. Мне всех-всех кошечек жалко. Но это вот очень умная она, понимаете? Такая прям необыкновенно умная. И прям я не знаю. Ну вот она, моя красотулечка. Незнакомый котик пришел. Вот она, по-моему, не очень довольна.